Я тоже в 15 лет сбежал из старой доброй Англии. Тоже потому, что было скучно. Бедная моя мамочка. Только учти, если повозки здесь не будет, я тебе покажу твою печень. Давай, пошел. Я в порядке. А где бабы? Прячутся? Сеньорита. Здрасте. Сиди. Хорошая погода, сеньоры, не правда ли? Может, прогуляемся? Ну ты слышишь, герой, барышень оставь в покое. Нет? Ну. Вот это бери. А ну пойдем, пойдем, пойдем. Тащи, тащи, тащи. Давай, тащи. Иди сюда. Да успокойся ты. Плохо слышишь-то? Я говорю, иди пасись. А ты чего рот открываешь? Фил, нет. Ну чё? Ну чё? 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 Страшно? Тихо, тихо. Фил, ствол опусти, нормально все будет. Нас нет. Ствол опускай, или я тебя протну. Весло! Слышь, подружке своей скажи, чтобы сабельку убрала. А то сейчас на крючок нажму, твои мозги на стенке окажутся. Опусти саблю. Он меня убьет. Мне все равно. Капитана. Опустите саблю. Сейчас, опусти, он же застрелит. Ага, сейчас я вам барану вообще башку. Опусти саблю. Я сказал саблю. Никто никого не убьет. Я сейчас прострелю ему голову, я тебе говорю. Какого черта? Скай, ствол. Хью, че они бычат из-за бабы? Филипп, мальчик мой. Отдай пистолет. Останешься жив, обещаю. Опусти. Опусти. Совсем тут оборзели. На цепи посадить. Я ничего не сделал. Хью. Ну что ты тянешь, Хью? Я просто пригласил их погулять. Они дуры какие-то бешеные. А этот что завелся? Я его не трогал. Хватит. Отдай, отдай. Пусти. Кто, подружка? Кто? Кто? Здесь, подружка! Кто? Не убей, здесь, подружка! Не убей, бичок! А? Хватит! Чё? Интересно тебе? Стоп! Хватит, я сказал! Я его все равно зарежу. Думайте своими башками. В следующий раз я вам не смогу помочь. Ну чего, зубы целы? Ага. Блин. Девочка понравилась? Поосторожнее надо было, Фил. Я домой хочу. Ты хотел, чтобы он ее трахнул у нас на глазах? Ой. Андрюха где? Ушел. Куда? Чем больше пьют, тем больше болтают про золото. А о чем им еще болтать? Да, но ты бы успокоил их. Объяснил, что золото спрятано для общего блага. Вот проспятся, я и объясню. Что-то еще? Еще болтают про этих пришельцев. Мы придумывали такого, будто... За ними придет летающий корабль. А кто рассказал эту историю о повозке без лошадей? Ты ее точно видел, Хью? Видел. Видел. Я своими глазами видел, клянусь. Вот и получается, что все эти сказки от тебя. Mm-hmm.
Что, что-то еще? Бабы. Что бабы? Ребята недовольны, что ты им баб не даешь. Les agradezco, señores. Благодарю вас, сеньоры. И usted, señor, вам, сеньор, особая благодарность. Es un caballero de verdad. Вы настоящий кабальеро. Le propondré a mi pañuelo. Я хотел бы предложить вам платок, но давно не имею такой роскоши. О, прекрасный сеньор. Это вы живы. Я вижу, вы здесь неплохо устроились. Да что вы, сеньор. Все время жизнь на волоске с этими разбойниками. Они не больше разбойники, чем ваш Мирбана. Не думал я, что увижу Алисию в лагере бунтовщиков. Помилуйте, прекрасный сеньор. Мы не бунтовали, но куда же нам было деваться двум бедным женщинам? Мы ждали вас на Гасиенде сколько могли. Les dieron todas mis pertenencias. Ya lo vi. Вы отдали мои запасы, я видел. Они сами нашли. No mintas. Не ври мне. Алисия sabía. Алисия знала, где находится кладовая. Me traicionaste. Предала меня. Me traicionaste. Предала. Где медальон? Где медальон? Не знаю, прекрасный сеньор, ваша милость. Отдай медальон мне. Она с ним беды наделает. Не знаю я, где он. Не хотел я этого. Где медальон? Пираты забрали медальон. Почему сразу не сказала? Алисия не велела говорить. ¿Cuál de ellos fue? Кто из пиратов? No sé. ¿Cuál de ellos Кто из пиратов? No sé. Не знаю. Я хочу женщину! Остановись! Капитан не велел! Лакса! Я буду рядом, приду ночью. До свидания. Эй, вы там, в клетке! Я сейчас взорву всех ваших баб и сопляков! Надо было поубивать их с самого начала. Мужиков пострелять, а баб оставить. Да мы не успеем сделать и 5 выстрелов, как они все вырвутся. При всем уважении, капитан, отдайте нам баб.
А с мужиками мы разберемся. Ты как говоришь с капитаном, собака? Где остальные? На ногах не стоят. Капитан! Что за черт? Я могу договориться с рабами! Ты откуда взялся? Что происходит, блин? Тагерес, ты кто такой? Я тот, кто знает, как тебе убраться отсюда. И как же? Говори. Отдай свою жизнь. Что ты сказал? У капитана есть корабль. Без корабля вам отсюда не убраться. Корабль? Да. Куба – остров. Вам нужен корабль, чтобы уплыть в Африку. Иначе все погибнут. Все. Вы должны будете жениться. Жениться? Да, жениться. Мирбана согласен отдать женщин, если каждый из парней выберет себе одну и будет жить только с ней, заботиться о ней до тех пор, пока вы не уплывете. Он говорит, что нужно соблюдать приличие. Мне это нравится. Теперь эта черная обезьяна будет учить капитана пиратов приличиям. Боюсь, я не смогу это объяснить своим ребятам. Не поймут. Хотя, конечно, жениться лучше, чем проливать кровь друг другу, а? Ну что, ребята, может быть, действительно, жениться, а? Идите вон, выбирайте себе по бабе и тащите их в море, их же отмыть надо сначала. Давай, 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 давай! Идем. Я дарю свободу тебе и твоим. Можешь выбрать себе хижину. А того пусть твой доктор заштопает. Как думаешь, Хью, не погорячился я, дав волю иноземцам? Ты правильно сделал, капитан. Они могут быть нам полезны. Это значит, мы свободны. Я договорился с рабами. Они отдают своих женщин как бы в жены. Как бы чего? Пока пираты здесь, каждый из них берет себе в жены одну женщину, чтобы соблюсти приличие. Я вижу, ты за семейные ценности. А что еще мог я предложить Мирбане в подобной ситуации? А что, нормально. Построим тут пиратский коттеджный поселок, каждой пиратской семье по отдельному бунгало. Давай туда его положим. Построим школу, детский сад. Пиратскую больницу. А ты будешь физруком. Не, я буду военруком. Физруком у нас будет Андрюха. Бегает быстро.
Я не убежал. Я что, похож на тех, кто бегает? Я просто знал, что с вами ничего не произойдет. А, естественно, библиотека. Ты все прочел в этой чертовой ледописи. У Висента все описано в деталях. Да, может, расскажешь? Легко. Сначала Хью забрал у тебя пистолет. Потом тебя попинали. Досталось Сереге и Висента. А потом Лаура тебя поблагодарила и назвала кабальера. Он написал это сейчас, а я прочту это через 300 лет в Гаване. То есть прочел уже. Круто. Мы чего? Теперь всегда будем делать то, что и делали? Да? По кругу, без конца и начала. От Лауры я бы не отказался. А от золота? Само собой. Может, пойдем посмотрим? Куда? Он сказал, вон. Ты что думаешь, они его прям так сразу там и закопали? А вдруг? Пошли. Там все готово. Прекрасно. Ну что, начнем? Согласно мировому соглашению, нам положено 6 рабынь. Есть у нас еще 2 испанские дворянки и 1 старая ведьма. Значит, получается невест. 9, женихов 11. 14. Нет, 11. Кальмар, Плакса и Кок не считаются. Я за их наглость отобрал у них это право на женщин до конца похода. Значит, 11. Все. Я пас, Роджер. У меня же Кэти. Уважаю твои принципы, Хью. Ну вот, 10. Кто-то еще пас? А молодая ведьма? Где она? Нет, ее не будет. Я использую свое право капитана выбрать любую женщину. Я выбрал ее. А не боитесь, капитан? Капитан, а может, пока мы собрались тут, вы все-таки скажете, где наше золото? А что, Хью не рассказал тебе, где золото зарыто? Золото в надежном месте и будет там, пока не придет корабль за нами. Ясно? И знают об этом месте 3 человека. Я и еще 2 уважаемых члена нашей команды. Хью и Кнут. Все? Хью, где шляпа? Все готово, капитан. Давай. Лошади стоят без груза. Золота нет. Куда же они его дели? Вот какое золото, а? Да плевать на это золото, я домой хочу. Серёг, вкали уже что-нибудь. Я тоже хочу. Лучше золотом. Верно, Андрюш? Мне еще непонятно, как отсюда выбраться. Что написано про этого твоего друга Висента? Про что? Ну, он же написал, куда мы должны приехать. Да, он указал место у Белой скалы, где золото должно оказаться через месяц. Маловероятно, что оно сейчас уже там. Так давай проверим. Вдруг? Ну-ка, встань. Не болит? Не, нормально. Ты идти-то можешь? Конечно. Пьяный потерял. Фил. Пьяный упал. Ты с нами или будешь отгонять мух от этого урода? Пойдем. Пойдем. Я себе жену уже выбрал. Надеюсь, что вы будете делиться своими женами по-дружески. Во всяком случае, драк из-за баб я не потерплю. Остальное вам все расскажет Хью.
Здесь в шляпе у меня написаны имена. Давай, бычок, подводи, пусть тянут жеребий. А? Кто первая? Кто первая? Будешь ты. Vamos. Vamos. Adelante. Vamos. Берем. Берем, берем, берем. Бери, бери. Дай сюда. Так, тебе достался пузырь. Пузырь! Ну, тихо. Аккуратней с ним. Иди сюда. Что такое? Давай, давай, давай. Бери давай. Тянем, тянем. Несло. А? Кнут. Давай, давай, старай. А? Давай, старай. Пойдем, пойдем. Давай. Взяла. Так. Давай, 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 сказал! Испанку мою делят. Твою? А? О, бычок! Твоя идея? Нет, про испанцев речи не было. Ладно, про золото надо думать. Это кому ж такая радость досталась? Не мой. Не мой. У нас еще осталось две бумажки, две невесты. Ай. А где те двое? Кто? Новички. Ладно, заберу то, что осталось. Предатель. Como pudiste dar nuestras mujeres? Как ты мог отдать наших женщин? Le diste a mi Juanca. Ты отдал мою Юанку. Escúcheme bien. Слушайте меня. Yo le di a las mujeres, я отдал ваших женщин и свою Алисию тоже. Мы будем послушными и тихими. Будем подчиняться и унижаться. Пока не придет корабль. И мы его захватим. Так мы можем покинуть этот проклятый остров. И наши женщины нам еще помогут. Ну и где? Здесь, здесь. Между полночью и полднем. Здесь, здесь, здесь одни камни. Ну, вот это скала полдень, вот это полночь. Или наоборот. Нам здесь с тобой не лопата с киркой нужна, а здесь бочек.
пороха, чтобы взорвать все это к ядрине матери. Бог помощь, разбойники. Ну-ка, не двигаться. Кирку брось. И лопатку. Вот так. Вы что здесь ищете? Ребят, да вы офигели. Сейчас только стрельните, здесь будет вся команда. Ага. Тебе только это будет все равно. Вы здесь почему копаете? Да просто любим копать на природе. Ладно, потом поговорим. Почисть, хулиган. Откуда не узнали? Почему они про меня спрашивают, а? А я тебе говорил, это странные ребята. Твою мать, герой-любовник. Иди, я догоню. Фил. Я просто поговорю с парнем. Я никогда не casado. Я, кстати, ни разу не женился. Даже не знаю, как это. Что же мне делать с тобой сейчас? Надо же с тобой разговаривать, как муж с женой. А я не умею этого. А ты попробуй как с сестрой. Со старшей. Кермана, но ты агас бобо. Какая сестра? Тени суэрте кисой. Нет, это легко решил соскочить. Ты махина с кесен тус нови. Тебе, кстати, очень повезло, что тебе нет. Сейчас бодали пузырю или плакси, разорвали бы кокошку, поняла? И ту маридо, кому придисте? А мужа? А сын веле надо, но? Отравил, наверное, да? Асен Бененадо, да я говорил con él, con su fiscal. Муж, да что потерял эти годы? О чем с ним разговаривать? С прокурором. О погоде. Вот чудеса. Жена прокурора, теперь моя жена. Барышня, отпусти. Отпускай, отпускай. А то я тебе горло перережу. Давай, давай. Давай, родной. Я не хочу трупов. Не хочу крови. Давай договоримся полюбовно. Давай. Как ты, черт, ты это делаешь? Хочешь научиться? Отдай мне девушку. А я тебя научу трюку с пистолетом. Ты когда-нибудь видел, что кто-нибудь так умел делать? Ну. Чё, ну? Ну, не видел. Да, правильно. Только я один так умею. Один во всем мире. Это самое простое. Но я еще знаю приемы. Много. Ты можешь стать самым крутым бойцом в команде. Круче самого капитана. За это ты хочешь ее. Правильно. А забирай. Забирай. Только учи. Но не сейчас же. А когда? Завтрашнего дня. Завтра. Завтра. Подумаешь. Сеньор Фелипе. Новая дыхарка, да? Тебя больше никто и никогда не обидит.
давай вот здесь. Нормально, никто не найдет. А что такое? Ага. Паркей, станки. А вы чего здесь? Esperándolo. Вас ждем. Да, эту вязанку, походу, нам оставили. Интересно, с кем же Лаура? Куда ты? Тихо! Стой! Куда ты? Тихо! Да постой ты! Что ж по закону? Да ты чего? Ну, если ты не против, я вот эту лобагу к себе возьму. Не больно? Кама-то Ямас. Тебя как зовут? Алёка. Алёка? Сой Джим, а я Джим. Сой Билл. А я Билл. Все дуэли? Все в порядке, больше не болит. Тихо, ми! Джим! Тихо, ми! Тихо, ми! Доброго! Тихо, 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 тихо. Джим, я разберусь. Ага. Башка, давай меняться. Ты предлагаешь мне поменяться? Черную рабыню на испанскую дворянку, да? Подожди. Иди сюда. Смотри. Да смотри ты! Моя черненькая, походу, жарче будет твоя беленькая. Давай. Давай так. Опробуем их и поменяемся. Ага, сейчас. Разбежался. Не указывай мне. Она моя по закону. По справедливости. Черт, хорошо. Давай так. Отдаю четверть своей доли за нее. Давай, половину. Да ты с ума, что ли, сошел? Я же не покупаю ее у тебя. Мы просто с тобой меняемся. Ну, тогда не будем меняться. Ладно, согласен. Половину и Пенелопу в придачу. Договорились. Только не обмани меня. Может, все-таки посмотришь на меня? Я, между прочим, за тебя только что пол своей доли отдал. Зачем? Нравишься. Рассчитываешь на взаимность? Проходите, прекрасный сеньор. Дигами, а скажи, тетка, почему тебя называют Бруха Барама? Имя мое Барама, прекрасный сеньор. А Бруха значит ведьма. Вы же знаете, так прозвали меня люди почему-то. И поркинула сады. Ты не знаешь почему? Нет, люди часто зря болтают. Да и какая я ведьма. Ну, а я думаю, что самая настоящая. Алисия твоя ученица. Ну или наоборот. Но, сеньор. Да что вы, сеньор? Если вы думаете, что она такая, потому что ведьма, так это совсем не от того. А тогда почему она такая? С детства. И их нашли в лесу. Алисию и Мирбану. Алисия и Мирбана? Они что, брат и сестра? Нет. Они никогда не могли объяснить, откуда они и кто.
Сеньор Мануэль оставил их у себя. Он сразу заметил, что моя девочка странная. А она это как объяснила? Потому что она ночью спит, а днем бодрствует. И это все закончится по легенде тогда, когда сойдутся полдень и полночь. Медианочи и медиади. Полдень и полночь. Когда сойдутся полночь и полдень. Как это сойдутся? Я сама хотела бы знать, но я не знаю. И сеньор Мануэль, он тоже не знает. А тогда медальон был уже у нее? Да, сеньор. Ничего не знаю, сеньор. Полночь и полдень. Который потом бычок забрал. Ничего не знаю, сеньор. Ну скажи, уже же проговорилась. Ничего не знаю. Приходите ночью, когда девочка проснется. Проходи. А здесь я и живу. Есть хочешь? Так, а есть своя каша с лепешкой. Не бойся. Не бойся, ну, садись. Ешь, ешь, ешь. Ешь, ешь. Иди ко мне. Иди, не бойся. Ложись сюда. Ложись. Поспи. Торопиться некуда. Тащи ее сюда. Муэв, это Мухер. Что стоишь? Паса. Выходи. Эрезми Мухер. Ты жена или кто? Лимпия Лоски Бри. Вот сапоги почисти мне. Чтоб блестели. Вон ты, акусина. Лепешки на пеки. Астортиес. Бобов отвори. А потом приходи. Я исполню свой супружеский долг. А!
два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Раз. Джим. Шесть. Все. Дождались. Что такое? Бычок повел ведьму капитану. Я только что видел. И что? А то. Она английского не знает. Сейчас она выложит про нас ему все. Да перестань, кто ей поверит, ну? Да ты видел этих болванов, они поверят чему угодно. Кончать с ней надо. Расслабился. Почему расслабился? Просто девчонка хорошая, все. Пойдем. Давай. С ведьмой надо решать сегодня, сейчас. Телеконтакт. Рассказал ему про нас? Да ты не обламываешь. Примерно. О чем вы говорите? Сначала мы зарежем твою тетку. Но... Нет. Это за все то, что мы для вас сделали? Да, только не надо мне рассказывать, что вы с Мануэлем это сделали. По доброте своей душевной. Зачем мы вам нужны? Мы просто хотели помочь. Как ты это делаешь? Как ты это сделала тогда с нами на Гасиенде? Есть способ. Куаль? Какой? Это могут только посвященные. Джим? Мата Алавьях. Режь тетку. Ну-ка, не двигаться. Будут выстрелы, капитан услышит. Если исчезнете отсюда прямо сейчас, капитан ничего не узнает о ваших давнишних отношениях с ведьмой. Билл, уходим. Ну, смотри. Если что, капитан узнает и о твоих с ней отношениях. Иди. Мертвы. Мертвые. Мертвы. Мертвые. Мертвы? Мертвые. Кем мертвы? Что мертвые? А что ты сделала с ними на Гасиенде? Ничего. Я просто их видела, когда они пришли. Но там произошло что-то, да? Это вас не касается. На Гасиенде ведь что-то произошло, правда? Где медальон? Нет, я знаю, что у тебя его нет. Я... Я имею в виду, для чего он нужен. Тебя же могут убить. Любого из нас здесь могут убить. Но ты должна знать, кого убьют, а кого нет. Вы ошибаетесь. Разве нет? Нет. Ладно. Не хочешь говорить, не надо. Будем просто сидеть молча. Буду тебя охранять. Не надо. Они не вернутся. Кто это? Что это? Не знаю. Анималис? Звери. Ах ты, тварь! Хочешь меня напугать? Капитан, идет капитан. Капитан, прячьтесь.
пистол. На пистол пистолет. Пистолет. ВТД. Ну, пошла отсюда. Это что за вой в лесу? No sé, señor. Не знаю, сеньор. Animales. Звери? Claro que no. Понятно, что не люди. Так, может быть, эти звери сожрали наших мертвецов? Не понимаю, о чем вы. Слышишь, детка, я выполняю все твои условия. Просто агнец Божий. Но и ты держи себя в каких-то границах. Фокусы свои оставишь для черных. Меня этим не возьмешь, ясно? Я только передаю. Вот и передай им. Если бесовщина в деревне не закончится, я тут такое устрою. Мало не покажется. Я тебя на костре сожгу. Это мои условия. Que pasa? Ну, что такое? Я слышала вой. Зачем эти звери? Какие звери? Они там воют. Habrá sido Alicia. Может, это сделала Алисия? Нет. Это кто-то другой. У кого медальон? ¿Qué pasa con eso? Ну, что с того? Они там всех убьют. До этого не дойдет. У Висенте об этом ничего не написано. А если... Puede haber miles de peros. Там может быть миллион, если... Но где медальон? Habla con Alicia. Поговори с Алисией. Метина, как он торопится? Ты должна мне все рассказать. А если нет? Вы тоже представите мне нож в голову? Ну... Нет. Okay. Почему? Рано или поздно они меня убьют. Кто? Бетти. Иди. Я очень устала. Ничего, если я останусь у тебя до утра. Боишься темноты? Да нет, почему? Да, боюсь. С детства. Мне было тогда. Лет 5-6. Мама. Пошла на свидание и оставила меня одного. Она вернулась, в общем, вовремя. Но во всем районе свет выключили, и она застряла в лифте. Лифт — это подъемный механизм. В общем, не пришла. А я остался один в темноте. Плохая мать. Нет, она не виновата. Это обстоятельства. Я мурио. Она умерла уже. Но то, что я пережил за эти несколько часов, то, что я чувствовал тогда, это меня изменило как-то. Можете остаться с нами. Acuéstese aquí, mire. Maravilloso, señor. Ложитесь там, прекрасный сеньор. Es extraño. Странно. No lo expliqué a nadie. Я этого не рассказывал никому никогда.